Ну и, кстати, группу Б пока не показывают нам, пока вот все только в группе А в основном у нас проходит. Начинаем. Активно перемещается сейчас Станислав на ногах вокруг Томаса Скотта. Атака, ну нет, тут не донес все-таки удар Станислав до Томаса. Сорок секунд, да, неплохо. Здесь попытался ногу выпустить в туловище Станислав. 40 секунд без активных действий особо, я имею в виду. Кстати, интересно, что, например, на этапах премьер-лиги 30 секунд без активности тут же дают штрафы. Тут же штрафы дают. Здесь как-то более лояльно. Возможно, рассчитывают все-таки от попытки, да, удара. Но... только если так, уже более минуты. Неплохая атака была по замыслу от Скотта. В общем, мы видели, что он чередовал удары с передней и руками, и ногами. Но, опять же, Станислав великолепно на ногах защищался, не позволил к себе подойти. Сейчас сам раскачивает, опять же, посмотрите, старается работать по сторонам, тоже очень четко. Но пока не может найти, удобный момент по таймингу. Атака. Поставят? Причем ставят Юка американцу. А, да. Нет, выход, нет, это выход, выход за пределы татами, да, друзья. Это Чукоку первый. Dvě knížky a tohle tam bude nebyt. Tady má jako tady to bude. Своей атаки хотел, наверное, корпус атаковать Томас, а получилось чуть ли не голову. И мы, кстати, видели даже нокдаун и нокауты после таких эпизодов. Отлично, сдали на кик Якудзуки, атакует Скотт Томас. Да, ставят. Вот теперь уже ставят американцу, абсолютно по делу. Но как-то пока Станиславу не очень удобно. Да, и видим, что сам он сетует на себя. Пока не может он подойти. Очень рваный такой темп показывает Томас. И сложно, сложно подстроиться даже такому мастеру, как Станислав. Нет, без оценки. Кенду, как твоя? Телефон, к тебе нахуй, чего надо?